Орцы грубые. У вас есть право хранить молчание. Храните свои права. Вон там! Свет! Ключ у меня. Это засада! Идем же, Вейк. Кто-то повозился с предохранительной коробкой. Попробуйся починить, а я поищу ключи. Меня сегодня уже било током, спасибо. Наверху ключей нет, может, теперь Вейк. Я поищу ключи, а вас чуть-чуть поджарят? Я только быстро осмотрюсь. Это было сообщение от Барри. Он беспокоился о нас в участке. Просил поспешить. Хорошо, шериф. Ключи у меня. Барри? Почему на улице? О, боже! О, боже! Барри, берегись! Барри, давай!
он смог войти, Вейк. Он в порядке. Фасад перекрыт. Пойдемте, Вейк. Обойдем и встретимся с ним позади. Мы можем пройти через книжный магазин. Что с вами, Уиллер, люди? Должен быть не на заднем дворе. Или я шерифа позову. О, привет, док! Все под контролем! Нет причин волноваться! Сара, наконец-то кто-то появился! Это стрельба в воздух, идиотизм! Однажды они кого-нибудь убьют! Да еще и в день оленя! Я знаю! Идите спать! Он дело, говорит Вейк. Городок этого не выдержит. Им нужен я. Чем быстрее я отсюда выберусь, тем быстрее вы все вернетесь к прежней жизни. Надеюсь, вы правы. Дайте же открыть дверь. Стойте, у вас есть ключи от книжного? Привилегии шерифа? Вдруг нужно будет пройти. Ваше присутствие идет им на пользу, Вейк. Слышала, книги об Алексе Кейсе отлично продаются. В данный момент я небольшой фанат своего чтива. Я Барри не вижу. Смотрите, может, это он? К вертолету туда. Уж я выскажу пастору Говарду все, что думаю о замке. Я же говорила, что его надо чинить. Они физический труд. Перерыв на обед. Хорошо, открыто. Идемте, Вейк.
Ух ты! В церкви включают свет на всю ночь перед днем оленя. Почему? Ну, это традиция. Почти на месте. Придется пройти через подвал, чтобы попасть на парковку. Ну да, уж точно идти через склеп – это не совсем плохая идея. У вас есть право хранить молчание. Набрали 911. Полагаю, один просветился, а? Тебе не понравилось? Трудная публика. Но ничего, у меня еще есть. Что? Для чего эта гирлянда? Защита, мужик! Как чеснок против вампиров! Вампиры? Перейдем стоянку, поднимемся на холм и вертолет там. Вперед! Бакалейный магазин Bright Falls теперь мое самое любимое место на всей земле. Фонарь на голове видишь? Это как суперсила. Только смотрю на одну из этих штук, и ей каюк. Это мое. Я сказал это вслух? Ага. Эй, а мне налобный фонарь? Он последний. Вот мелька. Кто-то кидает чертов школьный автобус на вашу голову, и вы садитесь в вертолет с кем-то, у кого есть или нет лицензии пилота, вы подготовлены к погружению на экспириенс. А без обид, шериф. Вертолет уже близко. Мне нужно немного времени, чтобы подготовиться ко взлету. Не задерживайся! Хочу свалить отсюда.
возлагаешь большие надежды на местную безумную деву, Ал. Я надеюсь, ты прав насчет нее, а то город можно будет только поцеловать на прощение. Держи!